Народный артист России Валерий Кофтун. Спасибо вам огромное. Теперь я скажу несколько слов. Мне очень приятно, что вас все-таки собралось не так уж и мало, что в наши дни это, скажу просто, дефицит. Я вижу очень много знакомых лиц, приятных мне, с которыми я встречался, работал, которые были друзьями, товарищами, знакомыми, самые разные люди, которые просто любят аккордеон. Я очень признателен. И тот те овации, которые вы устроили мне вначале, я даже подумал, что ведь их надо отработать, ведь их надо заслужить еще. Я считаю, это такой аванс, что... Понимаете? Так что вы не пугайте меня, особенно не аплодируйте, потому что ответственность повышается все время. Вот. Сегодня вы услышите самые разные мелодии. Начали мы концерт «Домино». По-моему, все знают эту прекрасную мелодию, которую я переложил для аккордеона. И, по-моему, хорошая ассоциация, да? Я не хочу, чтобы у нас сегодня концерт был, знаете, какой? Вот я вышел, вам отыграл и ушел, а вы отслушали и тоже разошлись. Я не хочу, чтобы у нас была какая-то между нами стена. Я думаю, что если вам захочется что-то спросить у меня, я вам отвечу. Если что-то захотите послушать, что часто у нас бывает в концертах, тоже бывает такое. Мы недавно были, где мы были? В Уфе. В Уфе были. Один товарищ кричал черемшину полконцерта. Ну, хотя у нас ее нет в программе, но мы все-таки решили сыграть. Я спросил у зала, как сыграем все-таки, товарищ мучается. Вот. Мы сыграли черемшину, он остался доволен, и концерт пошел дальше. Так что я намекаю вам, мало ли чего, знаете, вдруг захочется. Есть две пьесы, которые мы играем обязательно в концерте. Это «Чарда Шмонти» и «Карусель». Хотим мы этого, не хотим. Вот видите, я точно понял, что это нужно играть. Вот, так что «Чарда Шмонти». Но мне осталось только провести викторину. Правая и левая сторона, кто кого перекричит. Одни «Карусель», другие... Ну, я и то, и другое сыграю. Давайте не будем кричать. И то, и другое сыграю вам. «Чарда Шмонти». Thank you.
Такие приятные лица сидят в зале. Если бы не они, было бы трудно очень. Вы знаете, мы часто бываем за рубежом, у нас бывают поездки, и вот одна из таких поездок, мы были в Болгарии на фестивале, и специально для поездки на этот фестиваль я приготовил болгарское хоро. Хотя, вы понимаете, для русского человека играть болгарскую музыку не так просто. Ну, наверное, так же, как и для болгарина играть русскую музыку. Вот. Но мы осилили ее. И скромничать или нет? Она пользовалась успехом там. Для них было удивительно, что русский играет болгарскую музыку. Для вас звучит болгарское хоро. Ha 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 ha.
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, когда начались времена такие сложные у нас в стране, это после 85 года, и было непонятно, что нужно делать. Сейчас каждый знает, что нужно делать. Неважно что, но каждый точно знает, что нужно делать в этой жизни. Тогда я не знал, что делать, и я бросился работать за границу. И я там очень много работал, и в том числе и в Швейцарии. И там была прекрасная женщина, она русская, но она живет в Швейцарии. Вы на меня так смотрите, я не она. И я посвятил ей вальс, который назвал «Посвящение ЛМ». Ну, все почему-то путают там с чем-то другим, но ее зовут Люба Манс, и я посвятил ей вальс. Арам Хачатурян, «Танец с саблями» из балета «Дейне». Thank you.
Понимаете, вот казалось бы, музыка армянского композитора, как нравится, да? Сколько цветов. Русский играл, не приносили, а армянскую сыграл сразу столько. Вы знаете, когда-то вышел у меня виниловый диск такой, когда еще, наверное, не выпускали у нас в стране компакт-диски, он назывался «Брызги шампанского», ну, такой алкогольной темы. Вот. Для вас звучит танго, старая танго, «Брызги шампанского». Все вы помните фильм «Карнавальная ночь»? Никто не помнит. Гробовое молчание. Вы помните фильм «Карнавальная ночь»? Помните Посадобль, братьев Гусаковых? Помните, да? Степ. Прекрасно, да? Красиво. Я взял тему из кинофильма «Карнавальная ночь», именно вот которую танцевали братья Гусаковы. Хотя это музыка Анатолия Лепина, но... Здесь немножко другая версия. Для вас звучит «Пасадобль» из кинофильма «Карнавальная ночь». Thank you.
Сейчас для вас прозвучит еще одна пьеса, которая мне очень нравится. Я почти всегда ее играю в своих концертах. Называется «Молдавские наигрыши». Немного молдаван в зале.
громко и быстро. Вы знаете, сейчас я записал новый компакт-диск, который будет называться «Новое танго». «Танго Астро Пиццолы». Вы знаете эту музыку, да? Это совершенно потрясающая музыка, и он сейчас в печати, его нет продажи, он в печати сейчас, этот диск. И вот мы все-таки взяли «Либер Танго» из этого диска, и сейчас вместе с балетом «Тодос» мы для вас исполним «Либер Танго». Мне кажется, вы получите удовольствие. Thank you.
Вы знаете, сейчас для вас прозвучит еще одно произведение, которое я тоже написал. Мы как-то собирались на гастроли в Париж, но, как обычно, вы знаете, я эту историю не первый раз рассказываю. Вы ее знаете, да? Поможете мне? «Представление о Париже». Я никогда в Париже не был, и я написал вальс, называется «Представление о Париже». Ну, мы собирались очень такой серьезной очень группой туда. Ну, как обычно, все меняется, все отменяется. Все отменилось, а вальс остался. И я его записал на пластинку, и так он и прозвучал в названии «Представление о Париже». Я даже, будучи в Швейцарии, я как-то поймал, и по приемнику его крутили французы. Мне было это очень и очень приятно. Thank you.
Приготовьтесь все, будете сейчас участвовать. Thank you.
еще одна пьеса, которая была очень-очень популярна, потом ее просто забыли. Ну так, иногда играют, но я ее постарался воскресить все-таки. Я знаю, что это любимая пьеса Марии Васильевны. Это для вас. Тихо-тихо. Ну, я в начале концерта вам говорил, что я всегда играю две пьесы, которые, может быть, я уже не играл бы их, но все равно в зале просят, и мы их, так сказать, не выключаем из концерта. Ну, вот просто как в воду смотрел. Карусель. Конечно, карусель. We'll be right back.
Спасибо. Спасибо.
И сейчас для вас прозвучит еще одна пьеса. Кубинский карнавал, который я все время играю в концертах. Но я сам написал ее, поэтому я должен ее играть. Кубинский карнавал.
Ну, Женька, дал ты. Залез в концерт. Отбился. Я сейчас хочу познакомить вас с ребятами. Я вам познакомлю. Принципе. Вот этого я не ожидал. Гитара. Михаил Кочетков. Контрабас Виталий Соломонов. Ударные перкашены. Дэвид Граут. Ша. Евгений Рябой, ударный инструмент. Дирижер, и он же сегодня контрабасист, и он же аранжировщик. Кончаков! Сейчас я бы хотел сыграть вам еще одну пьесу. Вы знаете, за последнее время у нас ушло очень много дорогих нашему сердцу людей. Очень много. Я не буду перечислять, но вы сами знаете и Никулин, и Брунов, и много-много артистов, которые, как бы уходя, они забирали частицу и нашу с собой. Потому что нам очень плохо без них, нам очень печально без них. И мы сейчас посвящаем в память произведение Шуберт «Аве Мария». Thank you.
Вы, наверное, не знаете, кто это такие. Ну, просто хорошо играют, да? Это скрипичная группа Большого театра. Спасибо вам. Спасибо. Я думаю, что мы встречаемся с вами все-таки не последний раз. Несмотря ни на что, мы с вами будем встречаться, и я буду стараться радовать вас. Я буду стараться, чтобы вы отсюда уходили удовлетворенными людьми, получившими удовольствие, на какое-то мгновение забывшими все свои проблемы. Мне будет это очень приятно. То есть ради этого я живу. Это главная цель моей жизни, чтобы доставлять людям удовольствие. Спасибо вам огромное. До свидания.